В Иванове загорелся текстильный торговый центр. Такая легенда стала основой для первых в этом году пожарно-тактических учений МЧС. Администрация комплекса еще только приступила к оповещению покупателей, а огнеборцы уже были на месте. Ближайшая пожарная часть находится всего в 2 километрах от объекта. Спасатели сразу же приступили к эвакуации людей из здания. По замыслу учений загорание произошло на 3-м этаже. Загорелись павильоны, в которых велась торговля текстильными изделиями. По вводной горело уже 3 ларька. Пожарные прибыли совместно с администрацией, продолжили эвакуацию людей. И дальнейшие действия по тушению разворачивались уже в ходе учения. Несмотря на всю условность происходящего, учения проводили масштабно. Было задействовано 7 пожарных подразделений, 15 единиц техники и более 50 огнеборцев. Главная цель этих учений была не только в тренировке пожарных. Сотрудники МЧС оценивали готовность администрации торгового центра к подобной непредвиденной ситуации. Тем более, что объект является довольно сложным. Сложность данного объекта заключается, это первое, в большом количестве горючей загрузки. Это в основном ткани, изделия из тканей, вот, и, соответственно, большим количеством людей. То есть в дневное время здесь может достигать посетителей и работников до 1000 человек. У огнеборцев, впрочем, сложности не возникло. Поставленную задачу они выполнили, и условный пожар был потушен к общей радости как администрации торгового центра, так и покупателей. Анастасия Николаева, Сергей Коликов, РТВ Иваново.